19 февраля 2001 года у лондонской пристани Батлбридж, примыкающей к Ридженс-каналу, выловили 10 частей тела, принадлежащие неизвестной женщине, помещенные в 6 разных сумок и утяжеленные кирпичами. Кем она была и кто ее убил? Эти наспех расчлененные останки принадлежали бывшей девушке ревнивого, всегда пьяного и мстительного садиста. Сам себя он прозвал охотником за скальпами, но пресса окрестила его убийцей из канала. Рожденный Джоном Патриком Суини 13 октября 1956 года, мальчик рос в рабочем районе Ливерпуля. Детство Джона не было примечательным или насыщенным событиями. И хотя семья была бедной, родители вбили ему в голову гордость, моральные ценности и значимость тяжелой работы. Мальчик мечтал изучать искусство, но его убедили выбрать более надежную профессию. Поэтому, отучившись на плотника, в течение 5 лет Джон ездил по странам, работая на стройках, с сумкой полной инструментов, карманами полными наличных и взглядом, нацеленным на женщин. Именно во время этого малоизвестного эпизода его биографии что-то в Джоне переменилось. В Великобританию спустя несколько лет вернулся завистливый, ревнивый, злобный человек, чья жизнь была поглощена страстью к алкоголю, запрещенным веществам и насилию. Возвратившись в Ливерпуль, Джон все еще выглядел как парень, который уехал несколькими годами ранее, с вьющимися рыжими волосами и озорными искорками в глазах. Но его почти детское личико, которое всегда казалось добрым и улыбчивым, скрывало ярость, нараставшую внутри него. Встретив прекрасную девушку Энн Брэмли, в 76 году Джон женился и переехал к ней. Вскоре за этим последовало рождение детей. Но это не был счастливый союз. Джон либо попросту не бывал дома и не участвовал в воспитании детей, либо вел себя агрессивно и страшно избивал жену. Зачастую он прибегал к другим именам, таким как Джо Джонсон, Джо Кэрролл или Ливерпулец Джо, чтобы скрыть растущее число обвинений в различных правонарушениях. В 1979 году, через 3 года брака, заботясь о безопасности детей и неоднократно жаловавшись на мужа в полицию, Энн приняла смелое решение и подала документы на развод. А еще через 2 года дала Джону последний шанс, поверив, что он изменился, забыл о своей зависимости и впереди их ждет только светлое будущее. Но муж не изменился, он все еще был одурманен и опасен, его снедало желание отомстить. Он не собирался позволить жене снова оставить его. Их второй брак едва продлился год, Энн сбежала к родным посреди ночи. Но как далеко бы она ни бежала или как тщательно ни пряталась, муж всегда находил ее. В ноябре 1982 года, поселившись с детьми в коттедже в небольшом городке, Энн думала, что нашла пристанище, но ее покой был нарушен, потому что вслед за ней последовал Джон Суини. Тем вечером, когда с холмов дул пронизывающий ветер, луну закрывали густые облака, а снег хрустел под ногами, Джон приблизился к новому дому семьи. Через просвет в шторах он заметил одинокий свет в доме, но не услышал ни звука и не заметил ни движения. Понимая, что никого нет дома, мужчина сломал замок на задней двери. Внутри, увидев еду на столе, детские игрушки на полу и семейные снимки на каминной полке, он еще отчетливее ощутил, что был отвергнут Энн. Джон скользнул в темноту спальни жены, открыл шкаф и затаился в нем. И пока он стоял там, окруженный знакомыми вещами, вдыхая аромат ее духов в окружении всего, что напоминало ему о ее уходе, Джон ждал возвращения жены с топором в одной руке и молотком в другой. Ему не пришлось ждать долго. Всего через 2 минуты мужчина услышал позвякивание ее ключей. Входная дверь открылась, и свет по очереди наполнял каждую комнату, пока не послышались тихие шаги в спальне. От напряжения у мужчины побелели костяшки пальцев, пока он в нетерпении сжимал молоток и топор, приготовившись к яростному нападению на свою будущую бывшую жену. Дождавшись идеального момента, Джон вырвался из шкафа и...
и увидел перед собой двух полицейских, крупных, крепких парней, уже приготовивших наручники. Джон бросил оружие, а в его голове вихрем проносились мысли о том, как объяснить, кто он такой и что он делает в шкафу с молотком и топором. Он заявил, что готовил жене сюрприз. Можно лишь догадываться, что это был бы за сюрприз, не появись там офицеры полиции. Но, к счастью, Энн и дети проводили приятный вечер в доме соседей, когда послышался звук, как будто кто-то проник в дом. Решив, что это грабитель, они вызвали полицию. Джона арестовали, но его не обвинили в покушении на убийство или чем-то подобном, так как намерение что-то сделать трудно доказать, и так как все произошло в том, что формально можно считать его домом, закон ничего не мог с ним поделать. Мужчину выпустили на свободу с условием держаться подальше от Энн. Джон начал все заново и перебрался в Лондон. Он возвращался в Ливерпуль только чтобы повидаться с матерью. И хотя у них еще не раз пересекались пути с бывшей женой, ради детей они смогли поддерживать цивилизованные отношения до ее смерти в 2001 году. В том же году 10 частей тела, уложенные в 6 отдельных сумок и утяжеленные кирпичами, были сброшены у пристани Батлбридж Риджентс-канала в Лондоне. Но тело в канале не принадлежало Энн. Джон никогда больше не покушался на ее жизнь. Возможно, ему больше не выпал такой шанс. Возможно, он все еще любил ее. Или, возможно, он знал, что неправильно лишать детей заботливой матери. Поэтому с прежней яростью в глазах, ревностью в сердце и нетерпеливой дрожью в руках Джон снова отправился на поиски любви. Ее имя было Мелисса Халстед. Но на этот раз он обратился к другой своей страсти – искусству. И его мрачные картины приоткроют завесу тайны над его гораздо более жуткими планами. Рожденная в Огайо, США, Мелисса Халстед была яркой, смелой и жизнерадостной девушкой, чья свободолюбивая натура уравновешивалась добротой и внутренним теплом. Мелисса всегда видела в людях лучшее, и хотя ей требовалось много времени, чтобы довериться незнакомцу, став ее другом, вы становились ее другом навсегда. В возрасте 15 лет на красивую, эффектную девушку обратили внимание скауты известного нью-йоркского модельного агентства Ford, где началась ее карьера. Девушка путешествовала по Америке, Европе и Азии. В 1986 году, завершив успешную карьеру модели и получив образование визажиста и фотографа, Мелисса обосновалась в Лондоне в предвкушении новой главы своей жизни. Девушка почти ничего не рассказывала семье о своем новом бойфренде, которого все звали Ливерпульцем Джо. Что бы она ни нашла в этом рыжеволосом угрюмом плотнике, было загадкой для всех, но что бы это ни было, оно того не стоило. Потому что мужчина не стеснялся уродовать красивое лицо своей девушки, пуская в ход кулаки в приступе ревности. Это были тревожные знаки, и Мелисса неоднократно порывалась уйти. За год совместной жизни Мелиссы и Джона Свини полиция дважды приезжала ей на выручку, когда он страшно избивал ее. Но оба раза Джона всего лишь шлепнули по рукам, заставив выплатить штраф 5 фунтов. В апреле 1988 года мужчина так напугал бедняжку, размахивая ножом, что в жутком предзнаменовании собственной участи Мелисса сказала сестре, если она когда-нибудь исчезнет, значит ее убил Джон. На этот раз суд запретил ему когда-либо приближаться к девушке. Как раз истек срок рабочей визы Мелиссы, и она продолжила работать в Австрии, Франции, Германии, Бельгии и Нидерландах в тысячах километров от Джона. Но независимо от того, как далеко она уезжала, как мастерски пряталась, как осторожно заметала следы, каждый раз мужчина находил ее. Его паранойя, подогреваемая алкоголем, его ревность, подогреваемая отказом, и условия суда, которые не имели никакого значения за пределами Британии, позволили ему отследить свою якобы неверную девушку до ее новой квартиры в Вене, Австрии. Не видя собственной вины в разорванных отношениях, исходя с ума от мысли, что Мелисса ему изменяет, Джон ворвался в дом через заднюю дверь, связал и сунул кляп в рот ее соседки и обыскал квартиру.
Он осмотрел каждый шкафчик в поисках признаков ее неверности, но опыт его яростных припадков отлично научил Мелиссу. Она знала, что с ним не нужно спорить, пытаться переубедить или даже удостаивать ответом. Вместо этого, понимая, что ему необходимо время остыть, она купила ему билет до Амстердама. Было ли это хитрой уловкой, чтобы отвлечь опасного любовника, добрым жестом, чтобы дать ему шанс остыть, или честным обещанием возобновить их отношения, неизвестно, но это сработало. Джон взял билет и ушел. Но несколько дней не успокоили его. Наоборот, он винил Мелиссу во всем, что когда-либо испытал из-за женщин, обманывавших и отвергавших его. Она отвергла его, как Энн, бросила его, как Энн, и уничтожила его, как Энн. Гнев Джона совершил полный круг, и пришло время завершить то, что он когда-то начал – отомстить. В пятницу 4 ноября 1988 года, через 6 лет после неудавшейся попытки нападения на Энн, Джон приблизился к квартире Мелиссы. В отличие от той ночи, Мелисса была дома. В отличие от той ночи, он не проник внутрь, а постучал. Но совсем как в ту ночь, 6 лет назад, в коттедже Энн, Джон был готов. Костяшки его правой руки побелели от нетерпения, сжимая молоток. Дождавшись момента, когда Мелисса повернулась к нему спиной, Джон сжал зубы, его рука взметнулась вверх, и он опустил на голову хрупкой девушки полкило стали. Мелисса почувствовала сильный удар и в глазах мгновенно потемнело, но каким-то чудом она выжила. Лежа на больничной койке с синяками и травмой черепа, она заявила, что все, чего хотела, это помочь ему, но теперь поняла, что Джон правда ненавидел ее. Мужчину арестовали в тот же день. В тюрьме в нем продолжала клокотать ненависть к девушке. В своих неприятностях он винил только ее, и здесь он снова прибегнул к своей любимой отдушине, начал рисовать. Его рисунки были не только пугающими, реалистичными и очень подробными, но и служили своего рода признанием в мыслях и желаниях, которыми он был одержим. Его воображение было настолько безумным, что трудно описать словами. Самый пугающий набросок он саркастично назвал «романтичный уикенд вдвоем в Австрии». Но если его и можно как-то охарактеризовать, то уж точно не романтичным. Однако Мелисса не знала о рисунках, она поверила слезам и заверениям Джона в том, что она все, что у него есть. Поэтому пошла на неожиданный для всех шаг. Судья приговорил Джона к 12 месяцам тюрьмы и 10-летнему запрету на въезд в Австрию, чтобы защитить его жертву от любой опасности. Но мужчину отпустили раньше, после эмоционального призыва человека, которого он едва не убил – Мелиссы. И когда в понедельник, 27 марта 1989 года, отсидев всего лишь половину срока, Джон Суини вышел на свободу и вдыхал свежий австрийский воздух, когда холодный ветер теребил его рыжую бороду, потрясающе красивая блондинка, бывшая модель, поцеловала его в губы. Мелисса приехала за Джоном на машине, заполненной багажом. Они направились в Нидерланды, где им не будет мешать приказ о депортации, чтобы начать новую жизнь вместе. Но те 6 месяцев тюрьмы не сделали ничего, чтобы избавить мужчину от его привычки пить, принимать запрещенные вещества, его паранойи, ревности и одержимости насилием и пытками. И их новый дом был столь же свободолюбивым и разгульным, сколь и неподходящим местом для такого, как он. Хотя Джон изредка подрабатывал, его средств хватало только на выпивку, и именно успешная карьера Мелиссы позволяла оплачивать жилье, еду и прочие вещи. Месяц за месяцем повторялись избиения, которые девушка скрывала за грамотно наложенным макияжем и плохо продуманными отговорками. Благодаря работе фотографа и визажиста она много путешествовала, но чем больше она отсутствовала, тем больше Джон пил и наполнялся ревностью и яростью. Наконец, в конце апреля 90-го года Мелисса вернулась домой в Амстердам, в квартиру, которую делила со своим бойфрендом. Она решила расстаться с ним навсегда. В четверг 3 мая 90-го года в 80 километрах от Амстердама в портовом городе Роттердам на поверхности канала показалась сумка армейского образца. Увидев ее, двое полицейских решили, что это либо украденный багаж, либо мусор. Но внутри они нашли торс обнаженной женщины. Только торс, ни кистей, ни ступней, ни головы, никаких вещей или документов там не оказалось.
Преступник забрал их и сломал позвоночник несчастной, чтобы связать веревкой и втиснуть в сумку. Жертва провела в воде чуть больше недели. Но это было все, что полиция могла установить точно, потому что убийца приложил максимум усилий, чтобы уничтожить все подсказки к тому, кем она была. Травма черепа после недавнего нападения на нее бойфренда могла бы дать подсказку к ее личности помимо слепков зубов. Но все, что у полиции имелось, это торс без имени, зубов, шрамов после операций, родимых пятен, татуировок или отпечатков. И так как в Роттердаме не сообщалось о пропавших без вести, соответствующих ее описанию, Мелиссу отметили как Джейн До и похоронили в безымянной могиле на местном кладбище. Мы никогда не узнаем, как именно и где она умерла. Мы не знаем, как ее убийца доставил тело из Амстердама в Роттердам. Возможно, сел на поезд, размышляя о том, что подумали бы другие пассажиры, зная они, что находится в его сумке. Но мы знаем, что в Роттердаме он выбрал канал, проходящий через самое сердце города, дождался подходящего момента и просто бросил сумку в воду. Так как Мелисса много работала и ездила в командировки, ее родные в Огайо не сразу осознали, что они давно ничего о ней не слышали. Последний раз она оставила сообщение на автоответчике, поздравляя маму с днем рождения, и больше не звонила. Поэтому в ноябре 90 года семья поручила адвокату расследовать ее исчезновение. Но они слишком поздно спохватились. Ее квартира была совершенно пуста и идеально вычищена, а бывших жильцов и след простыл. Мелисса исчезла, а Джон вернулся в Великобританию и снова отправился на поиски любви. Ее звали Делия Бамер. Познакомившись с Джоном в пабе в начале 91 года, Делия была сражена артистичностью мужчины, жившего почти богемной жизнью. Будучи излишне доверчивой по натуре, она быстро позволила Джону въехать в ее квартиру, всего в 2 километрах от лондонской пристани Батлбридж, Риджинс-канала. Но вместе они казались странной парой. Она была хрупкой блондинкой, медсестрой, спасавшей жизни, а он – рыжим садистом с одним убийством, одной попыткой убийства в прошлом и по меньшей мере одним убийством в будущем. Делия привносила в дом уют, а Джон дополнил его запрещенными веществами, алкоголем, тарантулом, кипой журналов ужасов и кучей страшных картин, изображавших сцены насилия, отсеченные части тел, кровь, пытки и женские тела без головы. Как и прежде, он быстро показал свое истинное лицо, пытаясь полностью контролировать жизнь Делии и взрываясь, если что-то происходило не так, как он хотел. То, что началось как нескончаемый поток эмоционального шантажа, психологического давления и физического насилия, через 4 года вылилось в инцидент, который трудно себе вообразить. В 1994 году Делия смогла сбежать от его пристального взора и провела день с подругой. Когда она вернулась, Джон впал в ярость. В качестве наказания он привязал беспомощную женщину к ее кровати, используя такую же веревку, которой когда-то связал безжизненное тело Мелиссы. В течение невыносимых 48 часов он издевался над Делией, неоднократно надругался над ней, избивал, душил и запугивал. Джон прикладывал пистолет к ее голове и угрожал вырезать язык кухонным ножом, если она закричит. В запале он начал рассказывать ей, как его прошлая девушка, которая пыталась его бросить, окончила жизненный путь в канале Роттердама. Якобы он застал ее с 2 немцами. Он убил всех 3. Не зная, что с ними делать, он сидел с телами 3 дня. На 3-й день он расчленил их, сложил в сумки и бросил в канал. Делия неплохо изучила Джона и даже не пыталась спорить, ругаться, пытаться вырваться или закричать. Она даже не позволяла себе думать об этом, как будто он мог читать ее мысли. Возможно, поэтому, как и Энн, он не убил ее. Мужчина отпустил свою жертву и сбежал в Германию. Но так как полиция знала, как он выглядит и какими фальшивыми именами пользуется, его арестовали и депортировали в Британию. Ее обидчик сидел в тюрьме, но Делия была уверена, что он найдет способ раньше или позже расправиться с ней. В четверг 22 декабря 1994 года, за 3 дня до Рождества, Джона освободили под залог. Всего через несколько часов, когда село солнце, подул холодный зимний ветер и первые хлопья снега срывались с неба, отработав смену, Делия аккуратно выехала на своем велосипеде на дорогу, ведущую к дому.
Темная улица была пуста и освещалась лишь отблесками экранов телевизоров, огнями елочных гирлянд и тусклым оранжевым свечением уличных фонарей. Делия прислонила велосипед к заборчику возле ступеней, ведущих ко входу в ее квартиру. Вокруг было тихо, спокойно и безопасно, или так только казалось. Как всегда, она подперла дверь кирпичом и вернулась за велосипедом. Делия уже была на середине ступеней, оглядываясь по сторонам, спрашивая себя, не прячется ли он в темноте, когда снова посмотрела вправо и увидела его разъяренное лицо. Не теряя ни секунды, Делия быстро толкнула кирпич и позволила двери ее дома захлопнуться прямо перед ней. Она знала, что ей лучше столкнуться с Джоном на улице, и если он втолкнет ее в дом, у нее не будет никакого шанса спастись. С выпученными глазами и сцепленными зубами Джон бил бедняжку топором, одновременно потянувшись за ножом. Он ударил ее в грудь, пробив легкое, бедро, затем махнул топором и отсек кончик пальца. Делия могла умереть, но не умерла. Она уронила на себя велосипед, чтобы защититься от ударов. Звук топора, заскрежетавшего по металлу велосипеда, услышал ее сосед. Схватив бейсбольную биту, он выскочил из дома и погнался за Джоном по улице. Но тот быстро скрылся в темноте, будучи тем трусом, который слишком боится связываться с достойным противником. В течение 6 лет, пока Джон оставался в бегах, друзья просили Делию быть осторожнее, полагая, что он придет закончить начатое. Но Делии было все равно, она уже не боялась, потому что уже не была собой. И хотя через 6 лет 10 частей женского тела, сложенные в 6 разных сумок, выловленные у лондонской пристани Батлбридж, Риджинс канала, будут поразительно похожи на убийство Мелиссы, жертвой не станет Делия Бамер. Та женщина была жива, пока жива, потому что ей еще предстояло стать будущей бывшей девушкой Джона Суини. Пустившись в бега, Джон не слишком-то стремился не высовываться. Он отправился на север, где навестил мать, а также бывшую жену Энн и детей. 2 января 1995 года, всего спустя 11 дней после нападения на Делию, Джон отправил письмо в Скотланд-Ярд, бахвалясь своими преступлениями, утверждая, что они никогда его не схватят. Но так как рыжеволосого плотника просто найти, он решил скрыться в другой стране Европы и пропал со всех радаров на 6 лет. Что происходило с ним в эти годы, где он был, что делал и кого, возможно, убил, никому не известно. Достоверно известно лишь, что он вернулся к своим жутким рисункам, обещающим жестокую расправу над женщинами, которые посмели отвергнуть его. Но в начале 2000 года он возвратился в Великобританию, где снова отправился на поиски любви, и ее звали Пола Филдс. Будучи младшей из 11 детей небогатой семьи, живущей в самом бедном районе Ливерпуля, Пола была обречена на непростое детство. Но неприятности Полы и ее братьев и сестер только начинались. Когда девочке было 9 лет, умерла ее мама, и ребят отправили к родственникам или в приюты. Подросшая Пола изо всех сил старалась стать прекрасной мамой своим детям. Поэтому решила переехать в Лондон в поисках лучшей жизни для троих сыновей, но стало только хуже. Уже через 2 года постоянного голода, страданий и отчаяния она обратилась к древнейшей профессии. Осенью 2000 года она была бездомной работницей сферы интимных услуг и не имела даже шанса вернуть себе детей, которых отобрали органы опеки. Жизнь Полы, казалось, не могла быть хуже. Именно в это время она познакомилась и влюбилась в бородатого рыжеволосого плотника, которого все звали Ливерпульцем Джо. Будучи сраженной мужчиной, Пола переехала к нему. Но то, что начиналось как нескончаемый поток эмоционального шантажа, психологического давления и физического насилия, вскоре привело к ее гибели. В 9:30 утра в пятницу 15 декабря 2000 года Полу в последний раз видели входящей в квартиру Джона. Через 2 дня после этого Джон выехал из съемной квартиры, а Полу больше никогда не видели живой. 19 февраля 2001 года во время каникул 2 школьника рыбачили на пристани Батлбридж, когда заметили частично погруженную в воду черную сумку. Мальчики выловили тяжелую сумку, рассчитывая найти сокровища или как минимум украденные ценные предметы.
и были шокированы на всю оставшуюся жизнь, когда, открыв сумку, нашли кирпичи и части тела. Водолазы выловили из воды еще 5 таких же сумок, но не нашли кисти, ступни, голову или хоть какие-то вещи или документы. Как и Мелисса, Пола могла стать еще одной Джейн До, так как Джону снова сошло с рук убийство. Или сошло бы, не сделая он огромную ошибку. Он оставил одну жертву в живых, так как полиции стало известно, что разыскиваемого за нападение на Делию Баммер преступника видели в Лондоне, все констебли получили его описание, и 23 марта 2001 года рыжеволосого плотника Джо Джонсона заметили на стройке. Зная, что он может быть вооружен, полиция отправила самых подготовленных офицеров. У мужчины действительно оказался нож и пистолет в шкафчике, а в его квартире нашли еще оружие, патроны, мачете, самодельную бамбуковую гороту, бейсболку, парик, сменную одежду, топор, стяжки, мусорные пакеты, сумку с пилами и молотками и около 300 рисунков и стихотворений, которые изображали и описывали пытки, расчленение и смерть женщин. За покушение на убийство Делии Джона приговорили к 10 годам тюрьмы. И хотя он бахвалился многими убийствами бывших девушек, а также предположительно 2 немцев, которых якобы застал в постели с Мелиссой, без улик закон был бессилен, и следователи боялись, что через несколько лет Джон выйдет из тюрьмы досрочно и просто исчезнет. Но затем другая жертва Джона предоставила важную зацепку, которая помогла убрать опасного преступника с улиц навсегда. И она сделала это с того света. 12 июня 2007 года, благодаря развитию генетической инженерии, полиция Нидерландов получила ДНК женщины, чей торс нашли 18 лет назад в канале Роттердама. Объединив усилия, Скотланд-Ярд и полиция Нидерландов не только идентифицировали Мелиссу и Полу, но смогли связать их способ убийства, метод избавления от тел и личность убийцы Джона Суини. На суде самым надежным и важным доказательством против обвиняемого стали его собственные картины и стихотворения. Детективы смогли провести пугающую связь между рисунками и убийствами, в которых его подозревали. В частности, на одном рисунке следователи заметили какой-то элемент, скрытый под корректором. Под ультрафиолетовым светом криминалистам удалось рассмотреть, что там было нарисовано. Это оказался надгробный камень, на котором было написано «Покойся с миром, Мелисса Халстед». Но почему он спрятал этот фрагмент картины, если все свои работы он считал просто искусством? А потому что он доказывал, мужчина знал о смерти Мелиссы задолго до того, как были идентифицированы ее останки. Еще одна картина под названием «Спокойной ночи, Вена» изображала сумку армейского образца, перевязанную веревкой. Именно в такой нашли Мелиссу. Однако подсказки предоставили не только рисунки Джона. 2 стихотворения представляли собой что-то вроде биографического описания его отношений с Мелиссой, и оба намекали или даже говорили прямо о гибели девушки. Например, одно стихотворение заканчивалось фразой «Когда я умру, возможно, мы станем единым целым». То есть Мелисса умерла, и мужчина точно знал об этом. Хотя пресса прозвала Джона Суини убийцей с канала, сам себя он считал охотником за скальпами, как и подписал одну из своих работ – изображение мужчины с окровавленным топором и скальпом со светлыми волосами. Волосы, вероятнее всего, принадлежали Делии, которой он посвятил работу, если можно так выразиться, пожелав ей уйти из жизни максимально болезненным способом. Картины, демонстрирующие убийство Полы, не менее пугающие, причем он продолжал рисовать ее даже в тюрьме. Хотя его никогда не судили за другие убийства, полиция полагает, что рисунки Джона могут содержать подсказки к личностям других жертв, в частности 2 женщин, которых так никогда и не удалось найти. Не нашли они и другие части тел Мелиссы и Полы. Делия полагает, что Джон мог спрятать их в стенах зданий, над которыми работал в качестве плотника. По крайней мере, именно так он поступил со своим питомцем – тарантулом. В понедельник 4 апреля 2011 года 54-летнего Джона Суини признали виновным в убийстве Мелиссы и Полы. Его приговорили к пожизненному заключению. Такое наказание считается чрезвычайно редким для Британии, но судья особенно подчеркнул, что Джон слишком опасен, чтобы снова когда-нибудь оказаться на свободе.